Mr. Valentine? Mr. Valentine. Could you spare us a moment? У вас есть свободная минутка? Hey, man, don't I know you two Я guys. Вас вроде где-то видела. Идите сюда, здесь тепло и хорошо. Виски. Сколько угодно. Слушай, ну конечно, опять то же самое. Да вы меня посадите в машину, потом заорете, что я ее украл. Зачем нам это делать, мистер Валентайн? Мы же внесли за вас залог. Кто вы такие? А что вам нужно от меня? Хотим помочь вам, мистер Валентайн. Мы с братом сейчас занимаемся тем, что хотим создать программу для помощи людям, оказавшимся в невыгодном культурном отношении положении. У вас будет дом, машина, счет в банке, и вы будете работать в нашей компании. Первая зарплата — 80 тысяч долларов в год. 80 тысяч, да? Прошу прощения. Они что, шизнутые, что ли? Они что, педики, да? Это что ж мне теперь делать? Спасибо, ты мне очень помог. А полиция? Полиция ничего не имеет против вас. Вы свободный человек, Валентайн. Можно сейчас остановиться, и вы уйдете навсегда из нашей жизни. Да нет. Я, пожалуй, могу немножко потерпеть. Прекрасно. Я Рэндольф Дюк. Привет, Рэнди. Мой младший брат Мортимер. Эй, Морти, привет. Билли Рэй Валентайн. Козерог. Рэнди, слушай, кажется, я оторвал неплохой куш. Повезло мне здорово. Да, наверное. Мы приехали, Уильям. Привет, как дела? Рэнди, Морти, а? Это мне нравится. Здесь хорошо. Уильям. Билли Рэй. Это мистер Колман. Он будет присматривать за вашими насущными нуждами. А, привет, парень. Ваше пальто, сэр. Да, это мое пальто. Колман будет заботиться о вас. Он ваш слуга. Не могу взять. Да пошел ты отсюда. Я считаю, что Билли Рэй очень хочет в ванну и переодеться. Правда, Валентайн? Джакузи, сэр. Джакузи, я знал, что это педики, черт. Какое джакузи? Никто меня не будет джакузи. Это ванна с воздухом, сэр. Надеюсь, вам понравится. Пузыри, а? Господи, когда я был маленький, мы в детстве пердели в ванну, чтобы пузыри были, а? Ну надо же. Что он делает там? Он поет, сэр. Это вообще очень музыкальные люди. А что мне делать с его одеждой, сэр? Отошлите в прачечную. Ему придется переодеться во что-то, когда он пойдет обратно в гетто, когда я выиграю наши пари. Ну, Уильям, что ты скажешь? Нравится, Рэнди, очень здорово. И мне нравится, как вот из зеркала сидит. Очень хорошее зеркало, да. По-моему, он не понимает. Да нет, Морти, я понимаю. Уильям, да. Это твой дом. Да, конечно. Он принадлежит тебе. Да, конечно. Мне очень нравится мой дом. Хороший дом. А то, что ты видишь в этой комнате, твое.
Да, мое, конечно. Твои личные вещи. Да, мои личные вещи, ты понимаешь? Да, это мне нравится. Знаете, что мне больше всего нравится, Рэнди? Занавески. Смотрите, какие занавески. Прекрасные занавески, правда? И вот здесь все так хорошо. А, и телевизор, да? Он уже оплачен, да? Да. Да, все, что мне нужно. О, и стереосистема, да? Моя? Ну, конечно. Это даже чересчур. Знаешь, Рэнди, там много каждую неделю случается. Это твой дом. Это твои личные вещи. Ты можешь обворовать только самого себя. Слушай, я сидел в тюрьме. Вы притащили меня сюда и говорите, теперь что это мой дом, мои вещи, да, это мой ковер, да, это что, еще и мой раб, что ли? Я понимаю, Уильям, но все-таки это правда, это все действительно ваше. Вы можете делать, что хотите с этим. Это все мое, да, все мое, и мой дом. Что хочу, то и делаю, да? Да? Это моя ваза, да? Моя ваза Билли Рэй, да, это моя ваза, да? Я могу хоть в футбол не играть, да, хоть в баскетбол, ну ладно. Я прошу прощения. Ничего страшного, Уильям. Это твоя ваза. Небось, дешевка какая-нибудь, да? По-моему, мы заплатили за нее $35,000. Но, кажется, мы застраховали ее на 50 тысяч. Видишь, Мортимер, Уильям уже нам подарил $15,000. Может, что-нибудь еще разбить? Нет.